В Колпашевскую районную больницу поступил новый диагностический аппарат для ультразвуковых исследований сердца и сосудов. Современное оборудование имеет широкий перечень функций и может использоваться для исследований во многих направлениях медицины, например, в маммологии, неврологии, онкологии и других. Аппарат УЗИ экспертного и высокого класса был приобретен на средства федерального бюджета в рамках национального проекта здравоохранения по программе дооснащения и переоснащения первичных сосудистых отделений и региональных сосудистых центров, рассказала заместитель главного врача по медицинской части Светлана Усынина. Это аппарат экспертного класса. Он предназначен для исследования всех органов систем. Но преимущество этого аппарата – это высокая различающаяспособность для исследования сердечно-сосудистой системы, именно сердца и сосудов. Сосуды шеи, сосуды нижней конечности, можно, это артерии и вены, возможно исследование сосудов верхней конечности. Аппарат УЗИ поступил в больницу в конце ноября, введен в эксплуатацию и активно используется врачами ультразвуковой диагностики и врачами функциональной диагностики. В частности, при обследовании пациентов первичного сосудистого, неврологического, кардиологического отделений, где лежат больные с острой сердечной, коронарной и церебральной патологиями. Медики положительно оценивают работу оборудования. Опытный врач функциональной диагностики со стажем работы более 25 лет Светлана Максимова отмечает удобство функционала и высокое качество изображения. На этом аппарате все автоматически, то есть у него автоматическая подстройка. Это тоже сокращает время исследования. И, врачу не нужно много времени тратить на то, чтобы оптимизировать картинку. Мы сразу же видим все так, как есть. Чувствительность высокая, правда. Старое оборудование, вот эта вот картинка, она не такая контрастная. То есть, усталость тоже материала существует. На новом оборудовании чудесно. Я не сомневаюсь в том, что я вижу. Никаких вот нет здесь условности, отклонений, все. Я на многих аппаратах в своей жизни работала, один из лучших. Еще у нас в детской поликлинике такого же качества очень мне нравится аппарат. Благодаря техническим преимуществам ультразвукового прибора врач выполняет свою работу максимально качественно и эффективно. Вместе с этим аппаратом для него и пациента создаются комфортные условия обследования. Сенсорные настройки панели управления позволили аппарату УЗИ снизить нагрузку на врачей и не делать постоянно одни и те же монотонные действия, которые снижают концентрацию на пациенте и обследование. Добавим, программа дооснащения, переоснащения первичных сосудистых отделений и региональных сосудистых центров действует на территории страны с 2019 года. По этой программе до 2024 планируется пополнить оборудованием не менее 140 региональных сосудистых центров и почти 470 первичных сосудистых отделений в 85 субъектах Российской Федерации. В этом году в рамках нацпроекта здравоохранения в Колпашевскую районную больницу поступили автомобили УАЗ-пикап, аппарат УЗИ, новое реабилитационное оборудование. Национальный проект подразумевает создание больниц и поликлиник с современным оборудованием, онлайн-сервисов для врачей и пациентов, фельдшерско-акушерских пунктов для сел и санавиации для отдаленных районов. Особое внимание уделяется онкологическим и сердечно-сосудистым заболеваниям.